Мариев Алексей Васильевич родился 30 мая 1917 года, Калужская область, Бабыкинский район, деревня Куракино. Призван в 1941 году. Воевал на Центральном, Ленинградском, Втором Прибалтийских фронтах, плотник, мостовик, имеет контузию. Награжден орденом Отечественной войны второй степени. Войну закончил в Латвии. Награжден грамотой воину железнодорожника, отличнику восстановителю стальных магистралей от 1 мая 1946 года. Приказ номер 195 от 25 апреля 1946 года. С 1 мая 1946 года расформировать